Добрый день, меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек, и сегодняшнее наше видео посвящено снова летнему уходу. Как подготовиться к нанесению санскрина? Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наше видео. На самом деле какой-то особенной подготовки не нужно. Можно просто использовать ваш обычный уход. Однако, если в вашем уходе слишком плотные средства или их много, то покрытие санскрином может быть нестойким или не очень приятным по ощущениям. Это зависит от текстуры средства или его состава. Большинство современных санскринов уже содержат уходовые компоненты или позиционируют себя как увлажняющие. В этом случае их можно наносить после обычного ухода, умывания и тонизации. А что делать, если у вас обычный плотный санскрин или хочется еще что-то нанести? Есть компоненты, без которых летом не обойтись. Это антиоксиданты. Они защищают кожу от негативного влияния окружающей среды, а также усиливает ее фотозащиту. Использование активных сывороток с антиоксидантами – наилучшее решение в летний период. Они помогут защитить кожу в течение всего дня, а также избежать негативных последствий осенью. Например, вы можете использовать антиоксидантную сыворотку C-Energy. Это средство содержит большое количество антиоксидантов, витамина С, ресвератрола и фируловой кислоты. Сыворотка разглаживает мелкие и глубокие морщины, осветляет тон кожи и снижает чувствительность. Также можно использовать универсальную сыворотку True Baby Face Serum из натуральной линии ZU. Она работает сразу в нескольких направлениях. Ниацинамид себорегулирует и предотвращает старение. Витамин С в стабильной форме осветляет кожу и борется с пигментацией. А особенность этой сыворотки в том, что она подходит для людей с любым типом кожи.